все получили программы, где указан порядок нашей работы, и сегодня, и завтра, до первого дня. Сейчас мы открываем наше пленарное заседание. Те приветствия слова, которые были указаны, здесь указаны в программе. Пленарное заседание мы проводим в режиме онлайн. Заседание будет проходить по времени, как здесь указано, до 14:00, но если мы в рабочем режиме будем несколько раз раньше заканчивать эту работу, то для обеда у нас будет несколько больше времени. Перерыв мы сделаем по времени в программе, не стали указывать в рамках пленарного заседания, после первых трех докладчиков сделаем перерыв, после брейк, который мы специально для этого тоже нашли в кафе рядом на третьем этаже, в розовом зале, как мы все можем посещаем, позже. А с двух до трех у нас, как видим, перерыв предполагается. В 3 часа мы начинаем работать секции, которые будут проходить, как опять же указано в программе, в нашем учебно-лабораторном корпусе, Константинский дом 15, это идти все выйти главного здания, вернуть направо и до Макдональдса. Но в него не заходить, а туда в Макдональдсе здание, там наверху, на крыше, большими красными буквами написано «Богатнику и нет». Это указатель входа в тот учебный лабораторный корпус. И на четвертом этаже будут работать все пять секций, поскольку по программе вторая секция будет проходить на 7-й Красноармейской улице, Кунцуполь, что теперь он называется Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Так, да, по-моему, утверждено программа. Вот, а там уже мы будем повторять работать по секциям, и руководители всех, которые здесь обозначены в программе, будут регулировать процесс, кофе-брейк, там как раз будет помещение нашей тактики. Обед. Обед вы можете здесь либо в кафе перекусить, либо в нашем учебно-лабораторном корпусе на первом этаже будет выделена часть большого зала для участников конференции. Того никто не должен остаться. Завтра работа секции будет продолжаться. В том же учебно-лабораторном корпусе по Красноармейской улице, дом 13, где же аудитория на 4 этаже. Поэтому, опять же, просьба руководителя секции, мы указали несколько руководителей, показали секции, чтобы соблюдать принцип взаимозаменяемости по разным причинам. Это будет проходить продолжение секции, когда могут выступить и те участники конференции, которые могут быть заявить. Мы указывали в программе, были некоторые сбои, ну ничего. Ты поделаешь, кто-то может приветствовать, когда приезжают заинтересованные люди, специалисты, желающие пообщаться по нашим ключевым социологическим проблемам. А опять же по расписанию, в час дня, 13:00, у нас открывается подведем итоги нашей. Я хочу сначала представить присутствующих здесь за столом президиума товарищей, как справа налево или слева направо. Значит, Николай Генрихович Скворцов, доктор социологических наук, профессор, декан факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Далее Алексей Васильевич Братцов, доктор философских наук, профессор, заведующий, заведующий кафедрой истории и теории социологии Российского государственного педагогического университета и депутат ЗАГСа, руководитель комиссии по науке и профильной комиссии по науке и высшему. Константин Иванович, Константин Михайлович Иванов, доктор технических наук.
ректор нашего университета имени. Владимир Леопольдович Шульц, член корреспондент Российской академии наук, заместитель председателя РАН Российской академии наук, директор центра исследований безопасности, если я так правильно назвал, доктор философских наук, профессор. И рядом со мной сидящая прекрасная дама, профессор Мизорова Галина Дмитриевна, заведующая кафедрой английского языка и теоретической рекламной лингвистики, декан нашего факультета и так далее. Так, я предоставляю слово директору университета Константину Федоровичу Новоселову.